Друзья, я показываю маленькие яблочки в саду у своей старшей сестры своего мужа. Вот они такие побольше. И показываю грядку из Виктории. Виктории тут не очень много. Видите, да? Но они так не очень ухаживают за ней. А это во-первых. А во-вторых... Во-первых, дети мне сзади кричат. А во-вторых, очень трудно что-то вырастить, даже если ухаживаешь. Потому что вроде с одной стороны солнца хватает в Швеции, а с другой стороны оно как-то вот не очень греет. Сейчас покажу украдкой соседку. Она на бассейне своем плавает. Она, я думаю, не будет против, она даже не узнает. Вот соседний дом, друзья мои. И вот с торца дома женщина плавает. Классно, да? Раз и поплавала у себя в выходные дни. Всем хорошего настроения. Пока-пока.